Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Я смотрю, добавили наконец-таки призрачного гонщика в магазинчик, так что давайте-ка посмотрим, что он из себя представляет. Конечно, да. Морчин-то и прикольно, но как-то ребер вообще нету. Просто, блин, позвоночник вылезает, на нем голова, череп, вернее. Здесь должны быть ребра идти. Их даже вообще там не виднеется. Ну, как-то вот тут немножечко накосячено. Если так вот придираться уже досконально, да, вот к строению скелета человека, да, то как бы немножечко они тут не так сделали. Ну, а так, в общем, довольно-таки прикольно. Фильм, конечно, старый уже, призрачный гонщик, давно уже забытый, но вот они решили в игру добавить этот скинчик. Так, ладно, посмотрим. Адская цепь. Какой-то шар непонятный. Ладно, тут кончики типа, ну, такие раскаленные, а тут как бы цепь не раскаленная. Должно быть наоборот, вот здесь вот не раскаленная, а здесь будет раскаленным. Только как бы вот если опять придираться, как бы вот к Epic Games, то как бы, ну, немножечко вот они тут накосячили. Опять же, так если логически подумать, когда вот металл соприкасается с чем-то горящим и вот большая температура, он раскаляется. Вот тут должна, значит, цепь быть раскаленная, потому что шар горящий, он, а цепь намотана. А тут главное раскалена, ну, как-то, не знаю, вот это немножечко не вяжется вот это. Ну, кирки. Крюк. Типа штырь. Посмотрим, как они, конечно, в действии работают. Ну, судя по звуку, он как бы им взмахивать должен. Так, вот интересно, как еще будет сидеть он, стоять, лежать. Как он будет на мотоцикле вообще себя вести. Ну так, мотоцикл довольно-таки прикольно сделан. Горящие колеса. Здесь глушители, такой дым с огнем валит. Вот посмотрим. Вот, кстати говоря, вот в этом наборе обертку дали, а вот почему-то серебряному серферу, когда вот был набор вышел, в магазине как бы он так и не появился. Вот это его обертка. Как-то вот этот косяк опять от Epic Games. Вот. Не знаю, но это ходячая компания, которая вечно косячит. Как бы вот уже такие вот начинаются вот реально претензии к такой компании большой, которая не может нормально ничего сделать. Так, ладненько, обертка прикольная. Такая, конечно, там огонь так довольно-таки круто сделан. Скидка всегда очень большая. 1800 V-баксов на этот набор. Получается дельтик на халяву. Он стоит 1200. Еще стоит 600 баксов, но обертка, ну, 500 стоит. Еще 100 баксов остается. Получается, да, довольно-таки неплохая скидка. Так, также можно купить по отдельности. Сам гонщик стоит 1500. Кирки его 1200. Дальтик, да, 1200. Обертка, да, 500. Так, посмотрим дальше, что у нас тут в магазине. Бургермен вернулся. Не знаю, сколько он уже возвращался за последнее время, но очень много раз. Такое ощущение, как будто скинов больше нету в Epic Games. Только вот такие вот. Ну, лопатка такая. Средней паршивости, так скажем. Дельтаплан прикольный. Когда летишь, отсюда горчица с кетчупом вылетает. Так, Zero, не знаю, он появился, когда началась вторая глава. В принципе, был сразу же куплен, так как прикольный скинчик. Ну, не знаю, честно сказать, играть за него вообще мало поиграл, может, несколько раз.
он очень светится, особенно ночью. Тебя видно просто издалека. Как бы с ним таким играть. Так просто поприкалываться можно, а вот если уже играть нормально, ну, не стоит. И вот как раз черная дыра, которую мы лицезрели несколько дней. Fortnite тогда не работал. Вот как раз таки она у него на спине. Ну, обёточка такая прикольненькая, там эпицентр там шторма такой, типа. Так, скинчик Terra. Несколько стилей. Альтер эго, обычный. Свечение отключено, включено. А также рюкзак разных видов. Светится, не светится. Ну так, такой, на любителя скинчик, если честно. На любителя. Так, эмоции вчерашние, которые появились, я послушал, такое себе, если честно. Очень-очень на любителя, вообще, блин. А это еще и передвижение, оказывается, я просто ни в чем не заметил. Ну, тоже такая себе эмоция, блин, не знаю. Что-то у Epic Games такое ощущение, идеи все закончились, что они просто берут авторскую музыку, запихивают, что-то там какой-то танец придумали, либо взяли от кого-то танец и все, забацали эмоцию, либо бабки сбрить. Так, Хамелеон, довольно-таки крутая кирочка. Так, Агрессор, ну, не знаю, это один из первых скинов, который появился, ну, кто любит вспомнить старенькое такое тоже, с чего начинался Fortnite, в принципе, того прикольно будет, но... Как современный скин уже рассматривает, этот скин уже так, ни о чем. Простой какой-то мрачный. Переломный момент. Эмоции за 200, ну так, такая себе. Так, до сих пор еще в магазине вот эти наборы самых первых скинов. Женские, типа мужские, также можно по отдельности, дельтаплан, ну, я думаю, кирка, она до сих пор еще есть. Просто те, кто купил, она исчезла из магазина. Ну, а на этом все. Единственное, в этом магазине, вот реально, могу ответить, вот, кирка Хамелеон, прикольно, да? Ну, Бургермен, когда он еще там, в принципе, у меня он есть, у кого нету, в принципе, можно, как такой довольно-таки прикольный скинчик. Ну, и призрачный гонщик с своим набором, а так, остальное в магазине, бля. Это уже надоело уже маячить, не знаю, сколько это можно. Одно и то же, не знаю, что, ничего нету больше, что ли, в библиотеке, нечего добавить. Ну так, магазин, конечно, вот просто красит, я говорю, призрачный гонщик, ну и некоторые вещи еще старенькие. Так, ладненько, на этом все. Поддерживаем ТК автор, поддержка, это приятно. Спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми, все, всем пока-пока.